Столовая дома творчества композиторов. Третья дача, где мы отдыхали в 97-м году, 24-го числа февраля месяца, января месяца, вернее.
придется огибать. Здесь я не пройду. Все, они. Ах, какая погодка замечательная. Что они? Мальчик, пойдет гулять, на улице пойдет? На улице. Ничего, такие жертвы, я не понимаю. На, возьми, Ключ. Ты меня употерял. Ты поддержишься. Лыжная прогулка композитора Татьяны Смирновой. В доме творчества композиторов в Рузе. Двадцать января 1997 год. Прокладывает лыжню здесь, не очень. Что-то заваливается все время на бок. Мост через реку Рузу к дому творчества композиторов.